микродружки, второй забег, женщины 400 метров. Финал состоится завтра по результатам забегов, которые проводятся сегодня. В стартовом протоколе у нас 6 забегов. В втором забеге уверенно победила Полина Соломейна, Академия легкой атлетики. Любовь Семенова, Академия, победила в третьем забеге. После двух видов десятиборья лидирует Артем Червонных, Московская спортшкола, 1586 очков. На втором месте идет Павел Яковлев, Невская спортивная школа, 1402 очка. На третьем Леонид Скореднов, ШОСМ, 1360 очков. Богдан Булгаков, ШОСМ, 4-й, 913 очков. Никита Селиверстов, Невская спортшкола, УСПА, вне конкурса, 1395 очков. Андрей Иванов, Невская, вне конкурса, 1199. Ксения Васько, школа высшего спортивного мастерства, первая на заключение забег на беговой дорожке.
Рекушнир, еще раз самим уверенно победила в шестом забеге.